Если ты хочешь похудеть, но тебе не помогают никакие упражнения, тебе надоело смотреть на свое отражение в зеркале, то эти несколько минут тебе 100% помогут. Меня зовут Евгения, мне 56, и я сторонник здорового образа жизни, естественно, омоложения. И сегодня мы с вами будем худеть, да. Просто прямо сейчас возьми будильник, встань с дивана, заведи таймер на 3 минуты, и мы будем делать упражнения, которые вам понравятся, 100% ты в них влюбишься, потому что после них твое тело станет стройным и красивым. Итак, внимание. Так, я надеюсь, меня видно, камеру выстроила, чтобы меня было видно в полный рост. Дорогие девочки и мальчики, сегодня мы с вами будем делать прыжки, виртуальные прыжки на скакалке, и скакалка у нас тоже будет виртуальная. Внимание, что такое настоящий прыжок? Вот, мы оторвали две ноги от пола, но наши прыжки, смотрите, я показываю в медленном темпе, наши носочки плотно прижаты к полу, полно прижаты. Отрывать мы будем только пяточки, вот так слегка, и не хлопать пятками. Вот мы, вот смотрите, мы не хлопаем ни в пол, не вдавливаем, а вот слегка как бы вот делаем такую, как вот легкую пружинку. Итак, внимание, взяли нашу скакалку виртуальную, так будет легче. Я просто пробовала без виртуальной скакалки, но вот с виртуальной скакалкой как-то вот более темп мы задаем хороший. И поехали. 100 раз. Раз, два, три. Вот смотрите, медленно показываю. Вот. Вот это движение делаем. Но мы будем ускоряться и замедляться. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, тридцать. Ускоряемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Замедляемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 30, десяточку, быстро, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ух, девочки, я вам хочу сказать, вроде бы быстро, но вот эти 100 раз они пролетели, я здесь почувствовала, что мне здесь все-все очень горячо, и это была только подготовка, да, девочки, это была подготовка, я не шучу. Сейчас мы ставим таймер, вот прямо сейчас, на 1 минуту поставили таймер, взяли нашу скакалку виртуальную. Да, девочки, подготовку делать обязательно, мы должны себя разогреть, ну вот как бы согреться, да. Ставим таймер на 1 минуту, берем нашу виртуальную скакалочку, смотрите, ноги у меня на ширине плеч. Носочки я не отрываю. Вот они, представьте, что зацементированные, вкопанные. У нас слегка только отрываются наши пяточки. Ставим таймер. Девочки, ну я с вами ровно минуту не буду прыгать, чтобы сэкономить ваше время. Но я сейчас вам покажу, в каком темпе нужно прыгать минуту. Итак, раз, два, три, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Девочки, вот такой темп. Быстрый, 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 быстрый. Вот в таком мы темпе. Ну, кто сильно устанет, мы не останавливаемся, мы замедляемся для тех, кто сильно устанет. Но вот такой темп мы выдерживаем. Ух! Хух! Минута не прошла, но я специально, чтобы сэкономить ваше время, не выпрыгиваю минуту. Но у меня здесь все-все горячо. Кстати, хочу сказать, что если вы сейчас спросите, почему я одета в длинную флисовую кофту. Я живу в Ирландии, и сейчас у нас очень-очень сильно холодно. Вот даже мне в этой кофте, девочки, мне реально очень холодно. Ну, как бы для этого упражнения, может, надо было и раздеться, но в доме очень-очень-очень холодно. Это для тех, кто будет задавать эти вопросы. Но сейчас мне уже не холодно, сейчас мне уже жарко, потому что здесь у меня все горит. Итак, это была 1 минута. Следующая минута, девочки. Я извиняюсь. Для этого нам понадобится палка. Если у вас нет палки, ну, я не знаю, возьмите, ну, в конце концов, швабру.
Ну, в дальнейшем я советую вам приобрести. Я эту палку, эта палка из строительного магазина, здесь что-то было накручено, мне ее обрезали, и вот такая мне получилась очень удобно. Я ее очень часто использую в различных упражнениях. Значит, показываю медленно второе упражнение, которое у нас тоже будет идти вторую минуту. Да, вторую минуту. У нас тоже идет так, вот так вот. У нас тоже сейчас будет идти вот такая ходьба в быстром темпе. И отрываем мы только одни пяточки. Вот, это просто показываю. Так, далее. Взяли палку, вот, на не широко, ну, вот такой вот хват. Вот такой хват. Буквально по 10 сантиметров раздвинули. Раз, два, вот. И к себе. Вот смотрите, когда вы палку сделаете, вот это движение к себе, вам должно быть комфортно. Когда широко, не сильно будет комфортно. Вот так вот, к себе. А сейчас, значит, смотрите, показываю в медленном темпе. Вот мы ходим, а палку мы разворачиваем сюда, 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 сюда. Этим у нас прокачиваются еще бока, и, девочки, мы будем вырисовывать, ну, можно сказать, что вытачивать нашу талию, да. Вот это будем, это показываю в медленном темпе. Вот, у меня локоть прямо в талию, второй. Вот это движение. Так, и сейчас мы будем с вами делать быстро. Девочки, ставим таймер на следующую вторую минуту и поехали. Вот. Делаем вот это движение. Мы прокручиваем, как бы, я показываю немножко в замедленном, но мы будем делать быстро. Вот, прокрутили, прокрутили. Показываю медленно. Меня видно во весь рост. Это для тех девчонок, которые мне пишут: Евгения, вас плохо видно. Вот выставила камеру, у меня должно очень хорошо видно. Ускоряемся. И поехали, девочки. Одну минуту. Я не буду с вами минуту делать, чтобы сэкономить ваше время. Но я хочу сказать, что прошло, ну, секунд, наверное, 10. Девочки, бока горят так, что я вам просто не могу передать. Очень-очень сильно. Вот еще в замедленном показываю. Вот. Мы прокрутили сюда нашу палку. И делаем это не на вытянутых руках, нет, а вот на согнутых локтях. Локотки у нас должны быть согнуты. Девочки, настолько уникальное упражнение. Если вы научитесь правильно делать эту технику, то поверьте, ваша талия, вы ее сделаете настолько красивой и тоненькой. Ой, как хорошо, просто я вам не могу передать. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, раз, два, три, четыре. Девочки, горит. Девочки, мы горим. Это просто невероятно. Это упражнение бомба. Фух. Итак, девочки, мы сделали одну минуту на нашу талию. Третья минута заключительная. Мы начинаем и заканчиваем скакалкой виртуальной. Итак, ставим таймер на следующую третью минуту, заключительную. Как делать эту технику, вы уже знаете, не буду повторяться. Минуту делать не буду, чтобы сэкономить ваше время, но я начну. Итак, взяли нашу скакалку. Красивые, задорные мы себе улыбнулись, потому что нет ничего невозможного. Похудеть можно всегда, если есть желание. И поехали. Пяточки не отрываем. Ой, пяточки отрываем, я перепутала. Носочки у нас вкопанные, а отрываем только пяточки. Это я заговорилась. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И быстро, быстро, быстро крутим, крутим, крутим. Девочки, вам должно быть настолько жарко. Для тех новичков,
Для тех новичков, кто в моей команде недавно совсем, мы все эти упражнения делаем без остановки. Единственное, мы можем замедлиться. Вот так вот, ну, замедлиться. Но мы не останавливаемся, нет. Мы замедлились, потом ускоряемся. Девочки, у меня здесь все горит 100%. Хотя я этот комплекс уже сделала утром. Это я чисто для вас отснимаю. И хочу сказать, что нет ничего невозможного, но обязательно мы не забываем, что если мы, у нас есть желание похудеть, есть золотая связка, которая работает всегда, эта связка, она вместе. Это упражнение и питание. Вот эта связка, девочки, она работает вместе. Если вы хотите похудеть, но ваше питание не откорректировано, вы кушаете много вредных продуктов, у вас все не сбалансировано, ну, а это видео не о питании, о питании можно рассказывать очень много и долго, но я хочу сказать, корректируйте ваше питание, выстраивайте его правильным, и тогда питание плюс упражнения дадут вам очень мощный результат. Но я еще, наверное, добавлю сюда, девочки, еще третью связку, это желание. Если у вас еще будет сильное-сильное желание похудеть, то, наверное, вот эти все-таки 2,5, скажу, связочки, они вам дадут результат. Питание, упражнение и ваше сильное желание. Всех люблю, целую, обнимаю, ваша Женя. Но перед тем, как попрощаться, хотя я уже попрощалась, обязательно отпишитесь, как вам это упражнение, понравилось или не понравилось. Ну, не понравится, но не может, потому что реально я сейчас стою, у меня здесь все-все-все горит, и мне очень-очень жарко. И я вам рекомендую подписаться на мой Инстаграм. В Инстаграме я в своих сторис показываю свое меню, свои завтраки, свои обеды, свои ужины. Показываю немножечко своей личной жизни, как я учусь в английскоязыковой школе, вообще как я живу, куда я улетаю, уезжаю в отпуск. Так что подписывайтесь, будем вместе дружить, будем общаться. Но сейчас по второму кругу. Всех целую, обнимаю, желаю всем здоровья богатырского. Ваша Женя. Пока-пока.